нашу грешницу. Вот, включили. То есть каждый раз, когда ее вымыли, вот, вычистили, вернее, масло слили, проверяем температуру, не сбился ли, не сбилась ли температура, выставляем на 200 градусов. Вот, выставляем на 200 градусов. 195-200, то есть первый день выставляем, когда первый день масло заливаем, выставляем 200 градусов. Второй день чуть поменьше, где-то между 195 и 200 градусов посерединке. И третий день 195 градусов. Вот, в таком постижении. Ну, увидите. То есть, как начинает дымить сильно масло, то есть температуру убираем. И начинаем резать тесто. Так, этот контейнер мы уберем. Так, неприглядный у него, то есть вот, если, к примеру, не перемешанный, как я говорил, вот, я оставил последний замес специально, что получится, то есть вот такие сухие куски, можно поближе, да, вот то, что на дне остается, я говорю, лучше выкидывать, потому что вот эти сухие куски тесто, вот их прям видно, они белые, вот, их, они, короче, тяжело с ними работать. И занимает время. Вот. Вытаскиваем его. И режем как хлеб. Кстати, перевернуть, если вы можете, допустим, у вас есть такая ерунда, можете ее просто, короче, ножом срезать. Вот то, что сверху подсохло, ножом срезаете и выбрасываете. Дальше переворачиваем и начинаем резать как лепку. Вот лепку. По 5 сантиметров где-то примерно. Прогулял с одной такой. Кстати, эти контейнеры, они по 15 литров. 15 литровые. За закрытыми дверями делаем руками без перчаток, но мытыми руками. Вот. Да. Поработали, уже открылись, допустим. И поработали с деньгами, то есть деньги уже в руки брали, все это делаем с перчаток. Допустим, не успели до открытия вот, все тесто раскатать, размять. Вот. Просто оставляете и перерывы где-то есть. Когда простой. 15-20 минут нет никого. То есть берем и немножко раскатываем тоже. Уже во время открытия. Так вот разбиваем. То есть каждый кусок. Вот. Что делаем? Чтобы вам определиться примерно, какие нужны куски, берете, покупаете обычную скалку. Вот. Обычная скалка. Вот она у нас 4,5 сантиметра. И то есть делим вот на такие части по 5 сантиметров. Грубо говоря, 5 на 5. Вот. Раскатываем. Это поначалу. То есть, чтобы вам определиться, какие делать лепешки. Вот, вот примерно. Так вот. И по ним, допустим, мерить, какие должны быть куски. Вот.
То есть пускай она у вас на столе лежит там. То есть где-то больше, где-то меньше. Если что-то поменьше сделали.